Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Traffic Star. Это рекламная площадка у нас. Стартовал он 2 февраля. Проект работает, платит, все замечательно. Пользователи уже 23 тысячи. И вот старт проекта состоялся. Так, и выплачена такая вот сумма. Значит, здесь можно начинать без вложений. У нас изменения. Для тех, кто не знает, здесь, ну, вот у нас пассивный доход. Так, мощнейший рекламный инструмент. Как я сказала, можно начинать без вложений. При регистрации нам дается как бы бесплатный стандарт. Как бы, да? Вот здесь можно нажать детально и все изучить. Так, вот маркетинг более так. После бесплатной вы получаете в подарок Traffic стандарт, который позволяет вам зарабатывать без вложений. И таких вариантов несколько. Я уже не буду тут как бы все зачитывать, сами все это просмотрите. Так, я же вернусь. Значит, здесь вот есть маркетинг, вопросы-ответы. Если вопросы задать, есть суппорт. Так, и пакет премиум тут можно приобрести всего за $1. Это уже все по желанию. Премиум, бузина, свип, это все по желанию. Ну, здесь заработок, рекламодатели, Манас, это все просмотрите. Регистрация здесь наипростейшая. Я зайду в кабинет. Значит, что у нас здесь? Сразу вверху вот это вот наша партнерская ссылочка. Значит, здесь у нас серфинг сайтов. На данный момент нет. Так, реклама. Можно, как я сказала, это уже, когда купите пакет, рекламить свои проекты. Email серфинг имеется. Тоже. И вот самое главное, обмен трафика, где мы можем бесплатно как бы на полном пассиве зарабатывать, как бы просматривать чужие рекламки и рекламить без вложений свои проекты. Значит, смотрите, в данном разделе вы можете зарабатывать кредиты на просмотре чужой рекламы. Заработанные кредиты используются при оплате запуска вашей рекламной кампании. Один кредит, один просмотр. Статус премиум позволяет за один просмотр получить 3 кредита. Вот у меня премиум. Так. Чем больше ваш тарифный план, тем больше кредитов вы можете получить за просмотр. Значит, что мы делаем? Вот здесь вот просмотр. Нажимаем просмотр. Нас перебрасывает на страничку. Идет отсчет времени. После чего мы разгадываем цифровую капчу. Так. Ну и тем самым зарабатываем кредиты. Так, я поставлю на паузу, пройду сейчас вот эту всю рекламку, просмотрю и после продолжу и покажу, как ставить свою рекламку. Значит, разгадала я вот капчу. Мне вот у вас будет по одному кредиту, кто бесплатно. Мне вот дали 3 кредита. Нажимаю вернуться. Я все уже просматривать не буду. Вот у меня нащелкала, я просмотрела рекламок на 30 кредитов. Здесь, обратите внимание, общая стоимость компании на 1101 кредит. Это очень долго будет, пока я буду просматривать. Значит, это все далее я потом уже буду просмотрю. Как нащелкаете, просмотрите рекламку, вам начисляют кредиты. Так, далее нажимаете «Мои компании». И вас перебрасывает. Так, здесь вы можете создавать и управлять рекламы в разделе «Обмен трафика». Далее «Создать компанию». Сюда заголовок компании. Я все подготовила. Сейчас я все сделаю. Ну, примерно вам покажу, как это все делается. Так, перехожу. Заголовок. Сюда, что вы рекламируете, реферальную ссылочку.
Далее максимальное описание, как бы я тут все как бы на английском языке, так как это проект международный, это рекламная площадка, здесь люди со всего мира. Вот видите, у меня встало как бы и краткое описание. Так, символов 37, так, но тут продолжительность, тут все по 15 секунд. Цена за один клик, один кредит. Отправить на рассмотрение. Компания успешно создана. Продолжить. Так. И вот у меня как бы здесь вот мои как бы время показа 15 секунд. На рассмотрение это. Давайте переведем на русский язык. Так. Время показа, статус на рассмотрение. Здесь это если захотите удалить, это вкладочка изменить. Вот 30 кредитов. И любой проект можно рекламить. Это, конечно, друзья, супер. Правильно? Так, это я вам показала. Значит, здесь у нас тарифы. Значит, вот это стандарт, он бесплатно дается нам при регистрации. Это уже, друзья, по желанию. Вот у меня за $1 я приобрела. Так, далее кошелек. Вот так. Это вывод. Вот у меня на вывод это все у меня проверено. Здесь операции. Так, здесь рефералы отображаются. Так. Просмотр структуры. Тоже можно это все изучить. Далее настройки профиля. У меня, естественно, все это. Значит, суппорт и рекламные инструменты. Здесь находятся у нас баннеры. Ну и реферальная ссылочка, вот она вверху. Кому интересно, пользуемся. Здесь вот язык установить, какой надо. Ну, в принципе, на этом все. Работаем. Проект, конечно, суперский. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.